Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня бы я вам хотела рассказать о игре Криодедукция от торговой марки Smart Games. Это дорожная игра на числовую последовательность для детей от 5-6 лет. Игра довольно плотно хорошей упаковки, сами утята на магнитах, крепятся хорошо, удобно брать с собой в дорогу. Задания как для новичков, так и для более старших детей. В начальных заданиях указан номер и цвет утенка, который нужно проставить в задании, а в более сложных либо только цвет, либо только номер. Давайте разберем с вами самое первое простое задание и вам покажу, как в нее играть. Расставляйте утят согласно заданию. Утята крепятся на магнитах, которые прикреплены к самому утенку на двусторонний скотч. Расставляйте утят. И дальше вам необходимо в числовой последовательности по цветам дополнить утят, которые остались у вас на столе. В начальных уровнях это не так-то уж и сложно. Мой ребенок 4 лет справляется с этим. Вот вы расставили, проверили всю числовую последовательность. И в конце есть ответы, которые помогут либо вам, либо ребенку проверить себя, правильно ли вы все сделали. Моей дочери игра очень понравилась. Она также играет утятами, просто как семьями какими-то, которые плавают в озере. Однозначно вам рекомендую эту игру, очень хорошо развивает детей. Спасибо за просмотр, до свидания.